раннее утро на берегу Волги. Ну, не прям такое раннее, но утро. Выпали длинные выходные. И как их провести, у нас было два варианта. Или поехать в Крым на море, или на рыбалку на Волгу. Победила Волга, так как у нас по югам резко похолодало. Ну, не прям как похолодало, но все равно с 34 до 26 температура упала. Дожди начались. Кстати, вчера ехали по пустыне. Вся пустыня мокрая и зеленая. То есть дожди поливают. Ехать на море все-таки конец сентября уже. Можно попасть, и море остынет. Сильно не покупаешься, или дожди будут. А на рыбалке можно и под дождем посидеть. Поэтому победила Волга. Сейчас мы на основном русле возле Черного Яра. У нас есть ролики с этого места. Мы тут с Якутии возвращались здесь. У нас последняя ночевка была. Мы здесь тоже только переночуем. Заедем по делам. Тут недалеко очень классный овощной рынок есть. И потом поедем вниз по реке в дельту. Уже рыбачить там будем. Я с вечера немного порыбачил, когда приехали. Поблеснил, походил. Какой-то хищник сирал. Да, щука или не щука, может, сом. Мелочь что-то вдоль берега гонял, но на блесну даже не клюнуло ничего. И макушатница простояла вот здесь, возле старого дебаркадера. Тут яма такая глубочайшая. И когда-то местный мне сказал, что там в этой яме прям стаи сазанов стоят огромных. Ну, никто не зацепился, макушатница благополучно ночь отстояла. И все. Ну и ладно. Поедем в дельту рыбу ловить. Там тоже рыбы вала. Стали собирать палатку вот такого красавца. Обнаружили. Решил с нами поездить. Доехали мы до своего места рыбалки. Это новое место. Точнее, мы на этой протоке когда-то были, но выше по течению и на другом берегу. На то место, на которое мы ехали, попасть не смогли. Его отбойником отгородили. И вообще там все ерики, все съезды к ерикам поотгорожены, поперекопаны. Стали на основном русле, чуть постояли, но там с этого берега тоже мелко. Мужики ходят, там на блесну кидают что-то. А, решили поехать сюда, вот на Ярбазар, на эту протоку. Ну, до того места, где мы раньше были, не доехали, увидели съезд к ней, только с другого берега. Подъехали, а вроде ничего. Илиста, правда, с берега чуть мелко, и ил. Но зато рыба ловится. Уже две штучки поймали. Одну через 15 минут, вторую где-то минут через 40. Сейчас покажу. Вот такого сазанчика на кило 800. И карась там где-то под ним. Моторки туда-сюда гоняют. Рыбаки, видно, туда к основному руслу ездит. Надеется, что сильно на клеве это отражаться не будет. Сазан распределился, голова и хвост варятся. Это Алдану. Читал Дмитрий Рыбин. От Тулова Аня замариновала во всяких травах. Раки, соль и перчик. Соль и перец. Это Стивен на зажарку пойдет. Это свинья.
доедает свою голову. Вот такой закат. Красивый. Ничего себе, думаю, бабульки какой свежачок подцепили. И вот такой ужин. С астраханских помидоров, астраханского лука и астраханского сазанчика. Кстати, на улице всего 6 часов. Уже темно. Ну, по местному СЕ у нас час разница с ним. Ночная съемка. Клев продолжается. Вытащили сазанчика небольшого. Наверное, около килограмма или может чуть больше. Не, наверное, максимум килограмм. Отпустили. И карасей. Карась хороший, здоровый. Ну, выпустили. Че его держать? На еду, если что, завтра себе еще наловим. Прям тут интересно. Вон, подсветка видно. Ночной поплавок чей-то. Мы днем его не видели. А сейчас, когда стемнело, они говорят, что в траве светится зеленое такое. И как вам сигнализатор или поплавок. Вон. Этот поплавок в грязь воткнул возле берега. И прям огонек хороший. Я, наверное, не знаю, фосфор, наверное, за день накопил энергию, а сейчас светится. Вся рыба клюет на макуху. Спиннинг стоит на кукурузу. Мы уже несколько раз вытаскивал. Вот потихоньку дребезжит. Вытаскиваешь, кукуруза объедена. Мелочь, может, обдалбывает. Рыба ходит тут даже ночью. И небольшая рыба всплескивает. Ну вот так вот бывает, как сиганет под камышом. Так, за ночь там что-то попалось. Ух, от берега какая рыба отходит. Сейчас посмотрим, кто там. Кто-то там сидит. Сопротивляется. А кто? Это у нас кто? Это у нас небольшой сазанчик. Тихо, тихо, товарищ. Да тихо, ты заяжешь. Так, ну. О, такого сазанчика мы отпустим. Иди. Чеши отсюда.
Во. Так, а здесь уже карась. Кто-то потихоньку дергает. Но на крючке вроде не сидит. Не тянет. Тот берег всем хорош. Но самый большой минус, что он очень илистый. Буквально вот метра два идет ил. Даже в сапогах не пройдешь, тонешь сразу. А потом резкий свал и глубина. Тогда у нас карасик висит маленький. Сейчас сазан так робко не дергает. Как и было сказано, карасик. Спиннинг стоит на кукурузу. Вчера пробовал на червей поставить, но мелочь обшибает почти сразу. Закидываешь, она еще на дно не успевает, груз лечь уже, дюк-дюк-дюк-дюк, и все, червя нету. Вон она кукурузу, вон. Я только закинул, еще минуты не прошло, уже дюбает. Купил вот такую кукурузу, тутти-фрути. Запах у ней, конечно, капец всему. Не знаю, может, рыбе нравится. Ну и простая, бандюинская. Она мало того, что пахнет, эта кукуруза, она еще красится. Вон все пальцы красные. Что там за краситель? Не знаю. О, интересно, в кадр попало или нет. Рыба прямо под камышом сиганула. Ловля на поплавок. Не успеваем закидывать. Ловится таранька. Небольшая. Вот. Вроде вот такой. Хотя, в принципе, это такая средненькая. Тарашка густера ловится. Это одни караси идут. Ну, таскать приятно. Сейчас пока снимаю, сейчас еще. Примерно с мой сапог. Что-то дернуло сильно. Потянуло. А, не, мелочь. Ну, и вторая сразу заклевала. Сейчас вытащим, посмотрим, что там. Бывает и такое. Пока с камерой возился, не спеша вытаскивал. Рыба ушла. Очередной шалопет повис на крючке. Как шалопет, полкилограмма, мы уже считаем шалопет.
Но это не сазан, это карась. На этой клюет. На спиннинге клюет. Показываю, какого карася только что вытащил. О, о, красавец какой. Сейчас взвесить его ради интереса. Семьсот 750 грамм. Хороший красавец. Тут колокольчик запрыгал. Сейчас спиннингу подошел. От спиннинга змею здорового отогнал. Когда она падала, успела подползти. Карась какой, ах, красавчик. Уже сам отцепился. Ну все, рыбу отпускаем. Оп. Чеши отсюда. Астраханский арбуз. Сладкий. Не может быть. Да. Давай, Леш. И что ты, я жду, когда нарезать начнет. Когда состоится и объедается. Вчера дыня была прям мед. И это арбуз прям потрясающий. На сладкий вкус. Сынуля, принимай вертикальное положение. Ну, переверни кружочек, переверни. Сейчас. Я ж на тарелку хочу. Очень сладкий. Что-то маленькое. Карась. А, ну маленький. Ты сегодня таких огромных таскал. Это уже маленький. Можно было не снимать. Так, карасей устали уже снимать. Вот это гусеничка. Личинка. У него шип здесь. У него такой шип торчит. Такая злючая. Интересно, что это за насекомые? Что так ходит? Аня чистила рыбу, чайка. Надо же, у нее нюх какой. Видится над этим местом, где чистили. Первый раз пошел перезаряжал снасти без клева. То есть они стояли, никто не клевал. Пошел макуху на них. Макуху меняет на спиннинге кукурузу. В итоге оказалось, что на спиннинге висел как раз. Довольно крупный, какой-то робкий, он не клевал. Кстати, ветер поднялся. Не сильный. Давай.
Уха из трех видов рыб. Да. Сазанчик, карась и тарань, по-моему. Все, он такого еще не было. Только что переставлял тут макушать, а на нем сразу два карася висят. Они его оттянули сюда в сторону, перехлестнули с этим. Распутал, ладно, вытащил, выпустил. Думаю, этот же тоже запутанный. Вытаскиваю, на этом тоже два висят. Один отцепился уже, второй еще висит. Сейчас выпускаю. Эх, карасики, сказка. На третьем макушатнике один карась, два. Красавец. Я так думаю, если бы мы рыбу не выпускали, а собирались, наверное, мешок тоже. В Астраханской области норма вылова, по-моему, 10 килограмм в день. И мы можем с такими карасями. А, еще же сегодня и щуку поймал. Можно сказать, две, ну точнее полторы. Одну вытащил, а одна сошла возле берега. Небольшая щучка, но все равно приятно. Здесь возле камыша. Увидел, что мелочь гоняет. Хищник. Думаю, дай попробую. Кинул, и не зря попалась зубастая. Ну, тоже отпустили ее. Аккуратно зацепилась хорошо. Не повредилась. А, и двух карасей на одном крючке. Мы когда-то с друзьями на рыбалку ездили. Давненько. Давным-давно мы одного из наших товарищей подкололи. Потихоньку на лодке подплыли с воды. Аккуратно вытащили. Но у него не макуха, а комбайны стояли. У нас комбайны называют, не знаю там, кто где это ж. На пружинке кусок теста и куча крючков. Ну, мы его комбайн аккуратно подняли и на все 8 крючков повесили по рыбине. И также аккуратно опустили. И за камышом вернулись на берег. Он даже не заметил. Какой у него был шок, когда он вытащил эту гирлянду. Это словами не передать. Клюет без остановки. Сейчас, ладно, пусть повисит, никуда не денется. Хотел показать вот такая снасть, бомбарда называется, или спирулина. В некоторых регионах головня на него ловит, а так я делал, чтобы на северных речках хариуса ловить. Решил попробовать здесь. Ну, сейчас только камеру включил. Уже наверняка не получится. А так подряд трех окуней выхватил. Прямо вот здесь, возле.
возле травы довольно бодро хватало. Да, стайка стояла, сейчас отошла. Так что не получится продемонстрировать. Раннее утро, рыбалка закончилась, поехали мы домой. Что сказать, рыбалка удачная, отдохнули от души, и рыба ловилась хорошо. Вчера даже посчитали, что получается поймали аж 6 видов рыб, попалось. Карась, сазан, подлещик, густера, тарань. Окунь, щука. Половили хорошо. Сом и жерех не попался. Ну пусть плавает пока. Я почему не попались, я 100% знаю, что в этой протоке жереха много. И сом попадается. Ладно. Пусть плавает. Всего, всем пока.